Missing someone, but with all your heart. Missing someone. Ну что, друзья, всем привет. Мы приехали опять в сервисный центр Toyota. Но причина очень проста. В тот центр Астрахань ребята нам сделали ТО. В наличии у них не было подшипника ступичного. И из-за этого нам пришлось приехать сюда, в тот центр Волгоград, чтобы заменить здесь ступичный подшипник. И параллельно мы сейчас заменим топливный фильтр, потому что по регламенту менять его нам нужно было на следующее ТО, но загорелся загорелось предупреждение замены фильтра, и его мы меняем уже здесь, а не в Москве. Там, наверное, он сейчас оторванный весь, потому что топливо в Азии просто никакое. Сейчас посмотрим, в каком состоянии находится топливный фильтр. Ставлю 100 рублей, что он оторванный уже весь, наверное. А, черт. Не оторвало. Честно отработал. Да, ну грязный, да, сильно весь. Ну грязный, конечно. По сравнению с новым. Угу. Ну что, если приглядеться, то видно немножко остатка на дне. Сейчас будем все это дело чистить. Так вот это дело все шатается. И вот так вот мы ехали из Астрахани, а до Астрахани из Казахстана. И Toyota везла. Все, оставляем, там уже осталось колесо одеть, уже это неинтересно. Отдохнем, попьем кофейку и едем дальше. У нас сегодня еще Мамаев курган и родина мать. Дети смотрят мультики. Ничего, как интересно. Тематику задает, что здесь у нас и куда мы с вами идем. А дальше начинаются сплошные символы, начиная от ступеней. Даже тополя, которые располагаются здесь, аллея пирамидальных тополей, 200 метров, тоже неспроста, это часовые в почетном карауле. Высота у нас, если я не ошибаюсь, 85 метров. Больше, чем статуя Свободы в Америке? Самая большая. Самая большая? Да. А внутри она, насколько я знаю, полая? Она же, полая, да? Там находятся канаты, определенные натяжения регулирующие, так еще и другая. То есть они, грубо говоря, ну, там статически, да, там держат? Я на руке была, вот на той, на дальней. Я вылезла из люка, распласталась и больше ничего сделать не смогла, потому что это страшно. А здесь, получается, вода. Летом да. Все в воде, да? Ну, это, скорее всего, да. Аллегория, что это Волга, все же. Очень много экскурсий, кстати, очень много вот, да, детишек и молодых. Это очень хорошо, что помнят историю.
чем они отличаются. Как передать в бетоне, что люди погибли? Обратите внимание, не синяя клятва, а не с закрытыми глазами. Угу. Это мертвые. А на стене исполнения клятвы, они живые, они в процессе состояния борьбы. Да. А у каждого по задумке Вучетича был прототип связист, который устанавливает первую линию связи. Судя по тому, что он делает руками, мы найдем его дальше. Это не Матвей Путилов, потому что известен подвиг Матвея Путилова, человек, который с перебитыми руками смог зубами связать провода и установить поврежденную связь. Таких подвигов здесь вот просто тысячи. И они, скажем так, если уж не классифицированы, но основные, типичные, мы увидим с вами дальше. И в принципе на этом участке в течение получаса звуковая дорожка повторяется, мы можем слышать и военные сводки, мы можем слышать и стрельбу, и песни, которые раздавались в землянках, и новость о победе пришедшей. Курган получается насыпной, да, вот насыпной. Этот? А здесь и по рельефу, если вы заметили, у нас все оврагами пронизано, но это возвышение не сам. Она была, да, одной из высоких точек города, 102 метра, высота 102, но в городе была высота 104,7, гораздо более высокая в южной части города располагалась. Естественно, стратегически важная, владеешь этой высотой, просматриваешь все Заволжье. Missing someone, missing someone, missing someone, missing someone, and you deserve.
Видимо, надо заснять. Они это служат, только у них вот именно как пост. Но у них нет такого, что они как-то... Не-не, все остальное все как в армии. Просто я сначала думала, может быть, это наоборот, знаешь, как бывает в армии, просто военных присылают, точно так же кровавые, или это надо прям специально учиться? Да, они специально учатся, они там вот ходят постоянно, то есть именно вот для видео, то есть не просто марш, да, а определенный, то есть и с оружием. Друзья, всем привет, ну что, мы подъезжаем уже к Москве, финишная прямая, это Москвы до МКАДа нам осталось, по-моему, в районе там 20-16 километров. Что хочу сказать, заканчивается наша экспедиция, заканчивается наше путешествие, проехали мы более 41 тысячи километров, практически 2,5 месяца в пути, третий месяц у нас сейчас идет. Было много всего интересного, веселого, познавательного, нового. Ну, сейчас хочется домой. Вот именно сейчас. Тебе как? Да, хочется. Поэтому едем домой. Спасибо вам большое, что смотрели наши видеодневники. Ставьте лайки, подписывайтесь. И впереди у нас еще будет много интересных историй, о которых мы вам обязательно расскажем. До новых встреч, друзья. Пока. Missing someone.